Услышала много лет назад, я даже не помню от кого. И помню, что мне очень захотелось поехать, потому что похудеть можно, и очистка какая-то организма. Что я очень довольна. Я просто в таком восторге, вы не представляете. Причем я ехала как-то так, ну, да, интересно попробовать все. Первый день, второй день. Да, не успеваешь думать о еде во время голода, потому что расписано все не то, что по часам, а по минутам. С 5 утра практически вот до, там, не знаю, 9 вечера какие-то там то одна процедура, то другая, то третья. Честно говоря, никогда в жизни не голодала. И вот у меня получилось даже 4 дня голодания, потому что я еще записалась на обследование одно, где там нужно было обязательно есть. И могу сказать, что я это выдержала. Я даже сейчас, мне уже можно немножко есть, там какие-то приходят салаты, а я что-то не хочу особо. Клиника Кивач, именно программа детокс. Когда ты приезжаешь сюда, то на детоксе тут самое основное – это очистка. И это действительно, это чувствуешь по себе. А уже сброс килограммов – это действительно это как бонус какой-то, приятное такое дополнение. Наверное, может, они вернутся, но я уже как-то себя даже буду все равно так чувствовать психологически легче, что я понимаю, что вот какая-то себе лака по мне гадость, она вся ушла. Настолько приветливые, настолько квалифицированные врачи, настолько профессиональные и медсестры. Да, просто вот, от горничных до, не знаю, там, ну, все абсолютно. Я просто, знаете, даже вот как-то я завтра уезжаю, а мне даже как-то так немножко жалко. Так, ну, не до слез, может быть, но грустно уезжать, потому что мне бы очень хотелось вернуться. Очень. Я надеюсь, что я вернусь. На самом деле все очень как-то безболезненно, насколько я трус, но это просто, не знаю, на высшем уровне. Поэтому рекомендую, ну, это действительно очень классно, очень классно. Во-первых, обследоваться, потому что тут действительно берут все анализы, которые входят в программу, если ты едешь. И еще, в принципе, ну, не такие большие деньги, но дополнительные какие-то там платы. Можно обследоваться просто вот от и до. Во-вторых, если ты едешь на программу детокс, то почиститься, потому что это тоже очень важно. В-третьих, ну, кто-то едет, наверное, сбросить килограммы, отдохнуть. Есть еще программа оздоровления, есть программы какие-то там для мужчин, я смотрела. Человек, который это придумал, не знаю, ему надо памятник поставить, потому что это действительно в одном месте. Ты за неделю я прошла все, что мне нужно было, узнала все, что мне нужно было. Плюс еще получила детокс замечательный, и еще и килограммы сбросила. А если, допустим, взять программу 2 недели, 10 дней, то там вообще можно просто оздоровиться на несколько лет, на пару лет как минимум. Поэтому вот тот человек, который это придумал, огромное ему спасибо. Клиника Кивач. К нам едут за результатом.